бы по курсу. Получила преимущество. Наша команда близка к победе. Пятьдесят одно попадание. Обалдеть. Надо попробовать бронебойными понафигачить. Цитадели повыбивать. Два торпедника с двух сторон заходят. А, интересный расклад будет. Сейчас они с двух сторон закидают торпеды, но первые пошли. А там уж деваться, походу, дел некуда. Вторые пошли. Так, ну что же, неплохо. Так, ну вот у нас и третий уровень. Кёльберг. Ну что же, наверное, его возьмем.
Так, Кёльберг есть, Дрезден продаем. Команду надо было удалить, ну ладно, забыл. Так, 9,1 километр, да? Уже радует. О, можно две штучки поставить, да? Отлично. Не так значительно пока. Так, ну что же, и ставим внешний вид. Это у нас кораблик уже новенький. Посмотрим, что и как будет. Поехали! Так, стволов у него тоже много. Отлично. Посмотрим, как он на маневренность. А, я и хотел бронебойными все-таки попробовать цитадели повыносить. Да, зарядка, конечно, обалденная. Скорострельность обалденная. Маневренность смотрим. Да. Он маневренный, отлично. Тишь да гладь. Так, у нас здесь 4 тяжа. Здесь 3. Отлично. Вот за ними и пойдем. Многие игроки не ставят камуфляж. И очень зря. Это может спасти, как говорится, жизнь. Так, двое пошли у нас на цешку. Есть такое понятие бронебойными снарядами вынести цитадель. Если выносится цитадель, а там забирается чуть ли не 25%, 30% от общей хпшки, от общей прочности. От общей прочности корабля, вот так вот.
А то иногда бывает и 50% сразу выносится. Так, ладно, пока у нас два линкора здесь этим занимаются, делом разворотами. Так, на А у нас никто не пошел, да? Они могут с той стороны подойти. Силы противника. Так, наш тяж стал на месте. Это очень-очень-очень плохо. Это очень легкая мишень становится для противника. У нас впереди, я так понимаю, крейсер и два тяжа. А, два крейсера и один тяж. Вот они издали и работают. Заводи, блин, двигатели, придурок. Там еще торпедник на подходе. Ну что же, вступаем в бой. Какой дальнобойный-то, а? Куда ж ты ушел-то? Наша команда получила преимущество. Где-то есть.
Так, где-то должен быть крейсер. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Если только его не завалили. Так, начинаем поджигать тяжа. Тяжелый тяж. Так, отходим пока к своим. Сейчас ему с другой стороны зайти. Раз там наша работает, это уже хорошо. А сзади вон еще двое. Трое. Четверо.